Впереди у нас перспективные ГЭСы планируются. На сегодняшний день строим Баласарусский ГЭС, Кировский водохранилище Талаской области. А еще, кроме него еще намечается 5-6 створов по Кыргызстану. Чакангестер был жанагы жашыл экономикага кирет. Во-первых, строительство малых электростанций – это вклад в зеленую экономику. Во-вторых, так как мы горная страна, у нас много рек, и мы должны в полном объеме использовать этот потенциал. Еще одним преимуществом таких ГЭС является то, что их строительство не занимает много времени. В короткое время их можно уже вводить в эксплуатацию.